В Люберцах прошло заседание общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое. В ходе встречи обсудили проблемы охраны правопорядка в связи с началом нового учебного года в люберецких школах, а также подвели итоги работы в летний период. Безопасность детей в школьных и дошкольных образовательных учреждениях – тема более чем актуальная. Новый учебный период начался совсем недавно. А как известно, в этом году в ряде российских школ произошли инциденты. Случай в Ивантеевке – яркий тому пример. С учетом вузов и техникумов на территории городского округа Люберцы 174 учебных заведения. Во всех объектах сотрудники МВД проводят профилактическую работу с детьми. В образовательных учреждениях за 8 месяцев 2017 года сотрудниками проведено 69 уроков безопасности, 298 лекций по профилактике правонарушений, а также о вреде курения, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних. Что касается антитеррористической защищенности в учебных заведениях, то здесь у сотрудников полиции есть замечания относительно камер видеонаблюдения. На многих объектах они не соответствуют современным стандартам и имеют низкое разрешение. Представители правоохранительных органов рекомендуют усилить в образовательных учреждениях пропускной режим и улучшить качество видеоконтроля. Наблюдение есть, но в реальности мы только видим там фигурки людей, которые что-то делают, совершают, а конкретно чтобы с распознаванием лиц, там еще чего-нибудь, как бы это проблематично тоже. В конце заседания было принято решение провести рейды в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Чтобы удостовериться в безопасности детей, в ближайшее время члены общественного совета проверят порядок работы охранных предприятий, а также качество системы видеонаблюдения. Луиза Егазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.